рывок гири выполняется одной рукой. Берем гирю, свободную руку можно поставить на пояс, можно в сторону. Мне удобнее, когда она в сторону, ну, может быть, для баланса. И здесь мы проводим гирю вот здесь у паха. Стараемся не приседать, не наклоняться, не приседать вот так вниз, не опускать сильно гирю низко, а именно вот у паха уводим ее и таз уводим назад. Качающим движением подаем тазом вперед мощно и, задавая импульс, поднимаем гирю над головой. Здесь вверху ее встречаем аккуратно, укладываем на руку. Это нужно практиковать. Первое время будет, скорее всего, вот такое. Гиря будет бить по руке, сильно отбивать ее, будет больно, и вы откажетесь от этого упражнения. Нужно просто практиковать с маленьким весом, пробовать, повторять, повторять, повторять. И тогда все будет хорошо. Еще раз напомню. Таз уводим назад, гирю проводим здесь у паха близко. И мощно подаем таз вперед, разгоняя гирю, задавая импульс.